Всем привет! Вы на канале у Елены Люсики. Сегодня готовлю очень вкусный, сытный и праздничный салат, который отличается превосходным вкусом и манящим ароматом. Для приготовления салата нам понадобится 350 грамм шампиньонов, 2 свежих огурца, 2 луковицы, 300 грамм отварного куриного филе, 200 грамм моркови по-корейски и майонез. Первым делом нарезаем небольшими кубиками грибы. Нарежем небольшими кубиками лук. На растительном масле обжарим до золотистого цвета лук и к нему добавим шампиньоны. Будем жарить до тех пор, пока не испарится жидкость. Нарезаем отварное куриное филе. С огурцов срежем кончики и натрем на крупной терке. Салат я буду выкладывать слоями. Для этого буду использовать разъемную форму для выпечки без дна. Первым слоем у нас пойдут грибы с луком. Сверху на грибы добавим майонезную сеточку. Следующий слой – отварная курица. Если вы варили не в подсоленной воде, слегка посолите. На слой курицы нанесем майонезную сеточку. Следующий слой – огурцы плюс майонезная сеточка и сверху морковь по-корейски. Сверху я добавлю пару листиков петрушки. Наш чудесный, вкусный, сытный, ароматный салат готов. Всем чудесных праздников, шикарных застольев и хорошего настроения. Всем пока-пока!